lives. Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Я пошел. Ага, пока.
Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Холера. Отличный у нас все-таки перевал. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альбури. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь? Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги.
пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то доиграешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ха! Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется... Посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Я долго ждал этого, белый волк.
Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это личное. Очень личное. А, понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на Большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Там и группоеды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кайдуэна больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется.
Идем. На помощь! Помогите! Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплатные и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут в Белом саду есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Давай, плотва. Значит... грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Мужики начали ведьмака пытать. Вот аккурат случился у околицы. Оператора далеко. Наказание Божье с этим грифоном. Было такое. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерия, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Я с выродками не пью. А
Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Спасибо за все. Судари-ведьмаки, а может, вы бы грифона убили? А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышь, черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлев иди, скотину у кормушки развлекать. Ну ты ему подосрал, Мика. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С Большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмаку Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. В игре четыре фракции. Чего? Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье.
За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Может, хоть кто-то наконец запишет войну такой, какая она есть, без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость — это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Нет, меня ждут другие дела. Жаль, я бы сыграл с местными, но они и до 10 не сосчитают, да и правил понять не могут. Ну ничего, возвращайся, если передумаешь. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса! Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Одим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи
Черное и белое. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Ну что, выпил? Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын! Хватай его! Я сам! Не отпускай его! Приятно было познакомиться. Неприятности ищешь? Гестера, пропустишь со мной труд? Быстрее! Я теперь Дерва. Дерва. Медальон дрожит. Это место силы. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Стой! Нам придется реквизировать. Так сколько деревня даст зерна?
Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Ты впервые слышу. А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эзон Яктон. Клуж, не считай, вонь.